Оринте у літо 4G без ліміту. Качайте аж до кінця липня. Всем привет! У нас начинается новая неделя буткемпа. У ребят начинаются активные тренировки по CSGO. А как именно они проходят, сейчас с вами и узнаем. Конечно, ну они как бы приехали сюда играть, но цель проекта как бы в первую очередь это моральное, психологическое их состояние. Научить можно почти любого, а быть готовым к восприятию там тяжелых ситуаций, что на турнирах стресса, это как бы это очень важный момент, поэтому первую часть семестра мы уделяли больше психологии. Сейчас мы также проходим психологию, но просто здесь появилось больше КСа, больше времени играть. Очень важно приводить примеры сразу, чтобы ребята понимали, почему это так, почему это могло или не могло. И также у них всегда есть свои мысли, да, там где-то правильное, где-то неправильное. Важно сразу отрабатывать. Но вначале они приехали, у нас как бы разные дни и время заезда были, они сели как хотели. А потом через несколько дней мы поменяли, чтобы был баланс, чтобы были, скажем так, опорники, АВП, то есть чтобы был баланс у всех командах. И сейчас, я думаю, мы нашли почти оптимальный баланс, как они могут сидеть. И самое важное, мы хотим их, все их связки между собой попробовать. То есть там может кому-то с кем-то не нравится играть, но это не имеет значения. Как бы мы должны посмотреть, может они не лучшие друзья, но в паре они играют лучше всех. Сейчас же у нас может быть лекция на 3 часа утренняя, но в последнее время это 1.5 часа или вообще может не быть. То есть мы сейчас делаем упор на КС и можем начать прямо с самого утра. Разбирать там какие-то предыдущие игры, например, с 5x5, когда мы играли. Или нам Андрей или Амиран рассказывают какой-то материал по картам. Каждая тренировка у нас начинается с размена круг. То есть в предыдущих фолловых, наверное, ну, уже видели, как мы это все делаем. Потом мы разыгрываемся на демах, то с ботами какое-то определенное время. И потом уже что-то вместе начинаем делать. Вас разделили сейчас на 2 команды. С кем команде ты обычно играешь? Ну, в последнее время я играю постоянно с Уайтсмитом. Предыдущая команда у меня была, мы, кстати, довольно-таки хорошо сыгрались, на удивление, очень быстро. Это был Господаров, Фир, Бит и Уайтсмит. Сейчас же я буду играть Артист, Уайтсмит, Фир и Капачо. Когда у нас одна команда очень сильно выигрывает другую, то есть это уже как бы дисбаланс идет, вот, и пытается постоянно построить так команду, чтобы какой-то был баланс. И постоянно была равноценная работа, так скажем. Чтобы каждый с каждым поиграл, кто-то под кого-то подстроился, постоянно разные позиции, вообще стиль игры. Как обычно проходят ваши тренировки? С чего начинаются? Они начинаются с разминки, мы разминаемся индивидуально, потом у нас есть какие-то, может, разборы, либо 5x5, после 5x5 разборы. У нас всегда все по-разному. А какую ты сейчас роль играешь? Сейчас, наверное, энтри фрагера, саппорта, ЗКТ. Вам каждый раз меняют роли? Ну, не всегда. Это зависит от того, с кем ты играешь в команде. Амиран помогает в КС, и, говоря всякие ошибки, я очень много полезной инфы для себя узнал благодаря Амирану. Он носит крутой вклад. Вы с ребятами участвовали в квалах? Так, да. Какой итог? Мы выиграли квалу, забрали на команду 400 баксов, выиграли класс-квалу там на 1 000 000 рублей, это сколько, 15 тысяч баксов, и это было в отпуске. Потом мы сыграли еще одну квалу миксом, это MCI, MGI, я, Господаров, Топа и плюс 2 наших друга, так сказать, Кулон и Инкрю. Мы с ними выиграли тоже квалу на MCI-овскую, прошли в закрытую часть, которая будет 10 числа, 10 августа. Пока что у нас индивидуальной работы нет, индивидуальная будет в сентябре. Не знаю, это буду я или не я. Индивидуально сейчас больше строится. У них, когда есть вопросы по игре, они подходят ко мне и спрашивают, как бы было лучше или как бы было хуже. Или наоборот, они говорят свою точку зрения, я говорю или правильно, или исправляю. Вот тут это место, это джекпот. Имбовое, да. Самое имбовое место это справа. Мы не знаем, что делать. Ребята уже закончили свою тренировку, и сейчас мы все вместе смотрим, как выступает господа Рамонова. Держим за него кулачки. Вот, как же красиво у тебя заработает.
против Газпрома. Нет, ну, в таких ситуациях это плохо. Красиво! Сейчас там прыгнули. Ребята, как там вообще ваш господа? Когда он возвращается? 29 числа вечером. Это послезавтра, да, вроде? Да. Вы с ним хоть списываетесь, как он там жить? Да, по чуть-чуть. Поздравляю с сегодня. С победами и поддерживали при неудачах, так скажем. Я поняла, твои переживания. Ну, нет никакой невесточки, ничего, где он там. Ну, если хочешь, мы можем его набрать. Да, кстати. Да, кстати, давайте его наберем сейчас. Тем более, у вас битамитный 4G от Киевстара. Держи, Ян, чтобы ты держала, чтобы тебе было нормально. Алло. 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 Надо же. Алло, какой красивый. Ё-моё. Чемпион. Рассказывай, как твои дела. Мои дела? Да, нормально, сегодня выходной. Отдыхаю. Играете какие-то квалификации? Нет. Наиграли. Уже наигрались, да? Уже наигрались. А чего, кстати, MCI не играли? Она в 6. Это была с Chance. Так. Я прошу. А, понятно. А ребята решили, что они сегодня устали, поэтому будем именно смотреть. Там сейчас интересный матч. Да, согласен. Я понял. Ладно, хорошо. Были рады тебя слышать, Кирилл. Давай, Кирилл. Звони, пиши. Пока. Для первого рецепта что нам понадобится? Макароны, соль, сковородка и масло. Итак, для начала нам нужно сварить макароны. Варятся они примерно 10-15 минут. По-разному бывают, разных видов, но в основном 10-15 минут. Дальше, после того, как мы их сварили, надо разогреть сковородку, пожарить макароны. И, собственно, все. Макароны готовы. Жареные макароны – это супер быстрая еда, которую можно приготовить буквально за 20 минут, за 25. И самое главное, что туда можно добавить яйца. Они будут калорийные и будут очень вкусные. Мы приехали с ребятами позаниматься в спортклуб «Дисциплина». Тренировка уже начинается, тренер уже пришел, и я тоже бегу. Ты видел первый раз ребят в деле. Как они справились? Как они справились? Они справились как люди, которые в первый раз делали что-то необычное. Было видно, что кто-то испытывал дикий восторг, а кому-то было наоборот слегка некомфортно, но мы как тренеры к этому привыкли. То, что мне понравилось, ребята все за эти несколько месяцев познакомились с таким понятием, как осанка. Все, ниже не надо, отлично, смотрим вперед. Вдох, выдох, супер. Видели ли какой-то у ребят прогресс? Мне очень нравится с ними работать, они действительно выкладываются, выполняют все мои требования без каких-либо упреков или споров. Сразу, как если спрашиваешь, как дела, у всех всегда лучше всех. То есть это как бы у нас такая фраза, которая происходит каждое утро, когда я приезжаю. Прогресс, естественно, есть. Правильно Сережа сказал, за осанку. То есть если они там все были, зачастую они округляли спину, то сейчас как бы они, да, прям вот опускают плечи вниз, вытягиваются грудь вперед, и это замечательно, потому что для них это очень важно. Трудностей, в общем-то, никаких не было. Мы сразу с ними как-то были на одной волне, нашли сразу общий язык. Да, получаем удовольствие от работы с талантливой молодежью. Смотрим вперед! Все смотрим вперед! Счастливая будущее! Медленно, сели, активно встали. Давайте убедимся, что у всех петли под мышками и руки согнуты, стоим. Ложись. Как вам вообще тренировка? Как ты, Рекси? Отлично. Рекси, кстати, дома есть, я занимаюсь тоже, поэтому было не очень тяжело. На кроссфите гораздо тяжелее для меня. Наоборот, на кроссфите было намного легче. Намного легче, чем сейчас? Да. Тут прям хардово было. Почему? Ну, мне было более интересно здесь, чем на кроссфите. Ну, как-то, не знаю, может быть, атмосфера такая, там, такое сверло помещение, поэтому кажется, что все намного веселее. А если брать все вообще ваши физические какие-то нагрузки, которые проходят на буткемпе? Йога, утренняя зарядка, кроссфит, и вот сегодня. Йога самое сложное утром. Да. Тем более после кроссфита. Надо встать утром, да, после кроссфита. Это гибкость надо иметь. Какие еще хотелось бы нагрузки? Нам хватает. Да. Ну, типа, можно в КСП плавание, играть, пожалуйста. Бассейн был бы супер, да, на самом деле. Бассейн. Ну, про бассейн я слышу с самого первого дня, от всех. Аквапарк, можно аквапарк. Можно аквапарк во дворе.
так. Да. Это бассейн маленький, который. Маленький бассейн, аквапарк. Да. Я надеюсь, нас сейчас смотрят организаторы и Нави Спортскем. Пожалуйста, сделайте парням аквапарк возле дома. Очень надо. Второй рецепт заключается в картошке и то, что вы найдете в холодильнике. Для начала нам нужно порезать картошку. Сначала нам надо ее очистить, потом порезать. Соответственно, нам надо ее будет пожарить. Все, что вы найдете в холодильнике, вы можете пожарить вместе с картошкой. Ту же колбасу, грибы, сыр, лук. Вы можете добавить все, что угодно. Это будет супер сытно и очень вкусно. Вы просто жарите картошку минут 15-20 на открытом огне без крышки, добавляете туда колбасу, лук, все, что вот я перечислил, можете туда добавить, супер будет вкусно, и аппетит. Ребята, вы просили комментариев, чтобы Андрей сыграл именно Gunfighter, поэтому Андрей сейчас будет нам играть Gunfighter. И в дальнейших видео пишите в комментариях, какой трек вы хотите, чтобы сыграл Андрей. Идет одинокий Gunfighter, отворящий в нем аризонское путь.